Всем привет! Еще одна работа на вот такие вот планки. Ось, или как правильно палец назвать. Я не знаю название этой детали, я даже не знаю, куда они идут, для чего используются. Но похоже, как на кантовате. Работа, в принципе, несложная, самая обычная. И я показал один из вариантов выполнения подобных работ. Я знаю, что их великое множество. Очевидно, чинит дорожник. Хорошо видно? Да, что нажать? А? Что нажать можно? А я нажал уже, нет, разве? Нажал. Давай отберем его. Но. И тут забанит. Но. И это. Станок не шатай. Так, что это? Прервали меня, да. Так, один из вариантов. Этих вариантов может быть множество. Каждая может эту работу выполнить маленечко по-другому. Но я вот выполнил именно так. И в конце я прокатал эту поверхность роликом для того, чтобы получить более высокую частоту обработки. Ну, в принципе, все получилось нормально. Ну, а потом уже скажут, действительно ли все получилось. И чтобы не тратить много времени, хронометраж, я вот сейчас вступление вам делаю, показываю готовую деталь. И, в принципе, можете выключить и пойти спать. Но для тем, кому интересно, я весь процесс прогоню на ускоренном воспроизведении. Ну, там, в общем-то, объяснять нечего. Все достаточно очевидно. Ну, все. Либо пока, либо приятного вам просмотра.